Ой, ребята, тут какая-то ручка появилась. Что же это за ручка? Что же она делает? Какая-то вот тут хрень. Опа! А, это ж поддувало. Как же оно работает? А, тут, кстати, подшипничек. Такой, опа, крутишь его. И вон оно поддувало-то открывается. Ну, короче, вот. Всего лишь 200 оборотов и все открыто. Про 200 я пошутил, конечно. Ну, как-то так. И все это довольно силовое. То есть, ну, сидеть, наверное, тут даже можно, если не очень тяжелый. Потому что все из шестерки, либо, соответственно, оси из 16 мм калиброванного нержавеющего прутка. Вот так вот. Ай, зашибись!